Если вы потеряли надежду в бесконечных попытках похудеть или не знаете, как правильно избавиться от лишнего веса, мы поможем вам. Первый городской канал запускает второй сезон проекта «Похудело». Кастинг пройдет через 2 дня. В первом сезоне проекта тренеры и наставники помогли избавиться от лишнего веса 12 кировчанам. За 2 месяца участники похудели на 165 килограммов. Все это время с ними занимались лучшие фитнес-инструкторы в лучших фитнес-клубах города. Специалисты помогли подобрать каждому участнику сбалансированное и правильное питание, а дух состязаний и команда помогали преодолеть неуверенность и лень. Сейчас у вас есть все шансы превзойти успехи участников первого сезона. Мы ждем вас на кассе в субботу 20 августа в 12 часов дня. Не бойтесь изменить свою жизнь к лучшему.